Сегодня общественники обсудили, как работать в условиях пандемии в следующем году. Конференция Гражданской ассамблеи края прошла в онлайн-формате. Участвовало 70 человек. Это представители органов власти, общественных палат муниципальных образований и главы территорий. Основная тема – поддержка и развитие институтов гражданского общества. Сегодня некоммерческие организации, несмотря на сложную обстановку, готовы и продолжают помогать людям. Кроме того, инициативы со стороны общественности по-прежнему поддерживаются властями. По итогам конференции Гражданской ассамблеи, как итог, будет разработана резолюция. Пандемия коронавируса обострила многие социальные проблемы. Люди сегодня нуждаются в помощи, в поддержке. А некоммерческие организации готовы оказывать эту помощь. Многие активисты готовы включаться в эту помощь. Как это делать? Это основной вопрос конференции, которая состоялась сегодня. Именно на конференции общественники на базе общественной палаты обсудили возможные форматы работы, возможные форматы сотрудничества, которые необходимо использовать в следующем 2021 году.